что-то давите. Совсем остановили. Хуже. Кто-то отец не делает. Вы сейчас давите бабушку. Вы это понимаете? Вы понимаете, что вы сейчас бабушку давите? Знаете, лучше, пожалуйста, назад. Обнаглели вообще, да? Хуже. Ну и что? Это что? Ну и что? Это нормально? Ну вот видите. Он остался. Ну дальше что? Да, слушай, а ты видел, какая пробка? И что? Нормальная пробка, по ней все едут. Бери свою хуйню, не уберет. Уберет он так. Вы лучше машинку уберите, и все будет нормально. Ну, говняки, бля. Нет, я хорошо. Ну, попадетесь мне. Уроды, блядь. Хорошо. Да, я съеду хоть сюда. Нет, не дадут. Ну, съехать-то как-то надо. Нет, не дадут. Назад ну, 2 метра-то пройдите, перегородите. Нет, без разницы, вот там проедете. Ну, сейчас я съеду. Не съедете. Я вам сказал, вот там проедете. Я сюда сейчас еду. Ну, куда я сейчас задом поеду? Да, задом поедете. Я, наверное, там тоже съездок есть. Ну что, проблема в этом никакой голоса. Проехали сюда и обратно проедете. Не надо было сюда заезжать. Уберите пулемет. Не уберем. Какая пизда вас рожает, а? А, ну сейчас наклеим наклейку. Наклей. Кто меня там рожает? Кто рожает? Давай, наклей, клей, клей. Ты что, хуешь, что ли? Отойди. Отойди. Ну гандон, блядь. Да-да-да, едет назад. Ну, бля, пиздец. Будете выражаться, вторую наклеим. А как я поеду теперь? Ваша проблема. Ну, сука. Нет, я хороший. Да, к сожалению, не проедете, поскольку это тротуар. Это тротуар, вы поэтому не проедете дальше. Вы поймите. Вы не выехали. Ну, тогда у вас на твоечке будет как рисоваться на лобовом стекле красиво. Да. Да. Что? Курсы, что ли, хулиганство? Ну, если это хулиганство, вызовите полицию. Для меня хулиганство – то, что вообще по тротуару двигаете. А что ли? Посмотрите, идет женщина с ребенком. Там нет ничего молодочек, там даже вот поставили камень, видите, посередине. Они все равно идиоты, долбоёбы, просто по-русски говоря, ехают. Сняли? Это звук вас сломали с рукой? Ну, все равно не проедет. Он запрыгнул ко мне на ходу. Вообще обезумел просто, блин. Я думаю, да. А вы находитесь? Да. И я убегал от них. А что вы убегали? Вот толпа. А где это было? Вот здесь он. Это было на тротуаре. А по тротуару нет. Вы подъедете, да? Она, видимо, немножко покосилась. Если я слез бы, он меня раздавил бы. Конечно, слезать нельзя. У нас инспектора ездили, не переживайте. Да я знаю, видели уже. Да. Неоднократно. Сотрудник стекло мне стал выбивать лобовое. Я сначала не понял, что это такое. Нет, это не он. Нет, вот. Меня сбили как раз. Меня сбили, меня везли до сюда, вот. А
вы сожалеете о том, что вы сделали? Можно спросить у вас? Я сожалею, что вы вместо работы ходите. Ну вы же сейчас сбили человека. Я сбил. Вы сбили. Вы прокатили его на капоте. Вы вообще понимаете, что вы сбил, не прокатил.